結婚式に参加するためのものなんだけど、ここに1万円を入れます。なんだけど、1万円も入れ方がちゃんとあって、この表面からこう、ここに入れて、出した時にここに顔が現れるようにするのが日本の礼儀です。で、こっちに入れて、こっちに閉めて、渡すと。Легендарная кредитная карта Альфа-банка, бесплатная навсегда, стала еще выгоднее. Получайте супер-кэшбэк каждый месяц и бесплатно снимайте наличные в любых банкоматах по всей стране. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Амарето Сергей, я всем знаю. На входе мы сдали конвертики с деньгами. И теперь нужно написать поздравление. Заявлено, что на этой церемонии будет более 400 человек. Это именно вечеринка уже в честь свадьбы, то есть непосредственно само венчание в церкви, оно проходит в отдельном месте. И потом, соответственно, все передвигаются в банкетный зал. То есть само мероприятие будет длиться примерно 2-3 часа. Какая-то вроде даже официальная часть будет. Сегодня даже телевидение местное кинаевское присутствует, потому что на Кинаве существует традиция именно брать интервью у практически у всех молодожен, кто проводит свадебные церемонии. Сама церемония протекает в стандартном режиме. Жених с невестой выходит на импровизированную сцену, зачитывается ведущим их история, знакомство, потом начинаются загадки, шарады. В общем, ну довольно-таки все очень сдержано. То есть даже некий такой официоз чувствуется, потому что, несмотря на то, что вроде как это уже вечеринка в честь свадьбы, но все одетые в костюмы, в рубашечке, галстуке, то есть все очень серьезно, даже мэр города присутствует, который даже чуть говорит по-русски, и при этом он даже видел мои видео, представляете? Как тесен мир.仕事後とお休みの日も鍛えてます。いや、3年間ぐらい。え、あ、もうモテるため。女性にモテるため。モテない。で、嘘に進みます。で、その後新婚のヨシキさんが一言。Очень по-японски получается, вместо свадебного торта лапша удон. Японцам.
транслирует также уважение японцев к старшим, потому что традиционно в самом конце церемонии благодарность родителям выражается, и цветы для других родственников именно старшего поколения. なんで塗らないの？塗ってあげたらよかったのに。塗ったら日本の法律では罰せられるか。そんなことない。塗ってもらったらそれなりに怪しいと思われる。何ボディ、何ボディタッチしたらセクハラみたいな。友達じゃん。ねえ、でもそういうさ、なんかない文化がない、そういう文化が。別に全然ね、友達だったら全然いいんだけど、逆にその男性側が。あ、なんか大丈夫かなみたいな心配になったりするんだはず。シャイな人が多いよね。シャイな人が多い。初めて。おお。でも確かに言ってもらったことないかも。上手。なセルゲなんかエステとかやってたの。上手なんだけど。マレチックパックなった？そういえば。すべての女性を体認めるって。そう言ってたけど、そのままやる気なくなっちゃった。もっと奥奥。ну на самом деле середина ноября。Но вполне себе еще тепло. Девушки будут снимать клип на свою песню, которых Умаре продюсирует. というよりかは友達って言われる。そうそう、知らない人とかに。でも似てるけどね。嘘、似てるかな、ね、まあ身長も高いしね、うんうん、身長同じぐらいかな、ね、легендарная кредитная карта Альфа-банка, бесплатная навсегда, стала еще выгоднее. Получайте супер-кэшбэк каждый месяц и бесплатно снимайте наличные в любых банкоматах по всей стране. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Умаре мы еще такие, камера еще? Камера, чего? А, точно, да. でも弾き始めたらだんだん人が集まってきて、マスクとサングラスするからこうやって有名な YouTuber みたいに見えるわけ。なんか見たことある YouTube でみたいな感覚で見させて、その場からバレないようにすぐ逃げる。人が聴いてるってだけでめっちゃ緊張する。しっかりピアノ練習してリベンジしたいと思います。かっけー、超かっけー。今めっちゃえげつない音しましたえ、これ足どこ、こっち、そこがブレーキ。お前にも似合うね、こういうバイク。お前に似合うね、似合うね、結構めっちゃかっこいい。持ってく。かっけー。新品ですか、新車？中古。いやでも新車っぽいっすね。綺麗です。
何騙したの？なんか引っかかってた。ドレスコードは？ドレスコード何？白か緑。書いてあった。でもこの人も、この人も何もしてない。早く脱いでよ。知ってた、ドレスコード。うん、肉まで行ってないめっちゃちっちゃい髪の毛高さがちっちゃい、うん、あやかありがとうございます。いただきます。どう？同じ。確かにアップル。アップル。ちょっとバラっぽいね。アップル。食べた？あ、美味しい。酸っぱい。あー、でもすごいポイントがある、ね、すごいすごい、もっともっと下でめっちゃいい、すごいよ。うわっ、やっぱ難しいなんかうるましのやつで感じてる。あ、これブルブル、おーおーおーおー、怖くない？あまりわかんない、ホラーじゃない今の。怖くない？いでもそんなにサイズ変わるの？うん、そんなに変わる。あの1ミリぐらいでしょ全部。自分しか気づいてないかも。だよね。うん、大きい方がいいのかな。何でも大きい方がいいよ。何でも。何でもじゃないよ。私は背も大きい方がいい。20センチください。セルゲイさんが20センチくれたらセルゲイさんも楽になる。どうだろうね。犬がいるんですよ。犬が私の、 あのパンツ下着を持って、あのこっちにタタタタタって口でさパンツくわえてきて、で男の子も一緒に住んでるからちょっと待ってみたいなって。見れないの？そう、もう本当にやめて。センシティブ。毎日誰の？え？え？モデルも役者もやってて、ロシアのマフィア役とか、あとビエネッタっていうアイスクリームの CM やってる。すごっ。今も今も。今もちょっと細い。ご結婚は？ご結婚は？貴族の心を込めて。ご結婚は？結婚したいです。結婚したい。すごいシチュエーションできる今。あのごめんね、子供抱いて結婚したい。体見て決めたのすごい申し訳なかった。こちらが八重岳の桜になっております。ただいま満開です。やばい、急как вы знаете, сезон цветения сакуры в Японии наступает в начале апреля, в конце марта и, в принципе, длится там пару недель. Вот. Но на Окинаве он начинается в начале февраля. Никто не сидит на подстилочках, не пьет, не ест. Все просто едут на машинах туда-сюда и ходят под этими деревьями сакуры. Вот и все.400円ですね。
すごくいい場所。なんかめっちゃいいね、これ。キザハコーヒー、めっちゃ飲みやすい。